Вас приветствует пресс-центр retail.ru на выставке ProDexpo 2021. У нас новые спикеры. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Павлов Роман, компания Юпитер, менеджер по региональному развитию. Добрый день, Воронов Алексей, директор компании. Расскажите, пожалуйста, немного о компании и о вашем продукте. Да, мы представляем производственную торговую компанию. Наша компания занимается производством подсолнечного масла. Наша компания находится в Курской области. Площадка достаточно устойчиво работает. Работаем мы на российском сырье. Вот, зону покрытия. Наша компания молодая, ну, сразу скажу. Зону покрытия у нас сейчас, мы занимаемся очень активно развитием клиентской базы. И это первоочередная задача, которая стоит сейчас перед нашей компанией. Ну и к нашему продукту хочу отметить, мы зарегистрировали собственную торговую марку, которая называется «Экошеф». И непосредственно к нашему производственному циклу, производственному изделию, на котором мы делаем на сегодняшний день упор и акцент, мы еще развиваем другие товарные категории в этой торговой марке, под этой же торговой маркой, которая называется «Экошеф». Это и мясная консервация, это и рыбная консервация, это и плодовочная консервация. Ну, о продукте, наверное, я передам слово своему коллеге Роману, он уже подробно расскажет о продукте, о его свойствах, о каких-то уникальных, так сказать, свойствах этого продукта. Да, нам очень интересно, чем ваш продукт выделяется, потому что на выставке, конечно же, все производители хотят удивить. Они хотят дать тот продукт, которого еще не видывали, и который закрывает ряд каких-то проблем и задач. И я уже вижу прекрасные упаковки, великолепную подачу. Расскажите, что это, как это и с чем это? Вы совершенно правы о том, что необычный продукт – это однозначно про нас. Все масло мы производим из российского сырья, все комплектующие тоже наши, российские. Бутылка мы покупаем во Владимирской области, пробку мы покупаем в Московской области, этикетку нам печатают в Воронеже. Сырье – российское масло, Воронеж, Орел, Тамбов, Курск, Белгород. Все специи, пряности и травы мы тоже покупаем в России. То есть это абсолютно российский продукт. Чем он уникален? Все рецептуры, которые мы представляем под торговой маркой «Экошеф», они на самом деле были придуманы не просто так. В первую очередь мы рекомендуем готовить на этом масле. Ну вот, например, масло с добавлением корицы, гвоздики, апельсина, барбариса, кумина, томата, розмарина. Томат, розмарин. Это традиционное мясо. То есть я рекомендую, чтобы то, что находится в бутылке вместе с маслом, попадало на горячую поверхность в тот момент, когда вы готовите стейк. Отличный вкус вяленых томатов, отличный вкус розмарина. Безусловно, вы просто уникально приготовите этот мясной стейк. Барбарис, кумин. Вот представьте себе, вы решили приготовить плов в выходной день. У вас есть рис, у вас есть мясо, лук, морковка. Нет специй. Не проблема, не нужно идти за ними в магазин, потому что у вас есть масло «Экошеф» с барбарисом и кумином. Вы отдаете это все в казан или там, где вы готовите свой домашний плов. Зира и барбарис раскрывают свой аромат, и вы получаете конечный продукт отличного качества, никуда не ходите из дома, или вы поехали на природу, вам не нужно забегать в магазин и покупать дополнительно еще какие-то специи там в этих маленьких пакетиках, вы точно про них забудете. Если вы купили «Экошеф», вам не нужно будет думать о покупке каких-то дополнительных специй. Вот у Алексея в руках тоже очень классная рецептура, это тимьян и чеснок. Мы рекомендуем его для приготовления рыбы. Обязательно необходимо, чтобы частички тимьяна и чеснока попали на сковородку. Почти когда ваша рыба готова, вы отдаете то, что там находится внутри, и это работает точно так же, как с мясом. Отлично, у нас есть рецептура чили орегано, это острое масло. Хочу еще сказать о том, что мы в своем производстве не используем ни консервантов, ни красителей. Вот смотрите, видите, как томат открасил масло подсолнечное, потому что вот здесь нет такого эффекта, а вот томат дает как раз такой эффект. То есть вот 12 рецептур, которые мы придумали, аналогов у нас пока нет в России, никто этим пока так плотно не занимается, как мы. Мы вам расскажем,
о том, как надо работать с этим маслом. Если вы хотите ЗОЖ, у нас есть специальные рецептуры, традиционные, популярные для России. Это укроп-петрушка, лавровый лист и перец ароматный, душистый. Есть две рецептуры для выпечки. Это корица-апельсин, корица-лимон. Ну, что еще сказать? Приятного аппетита! Спасибо. Говорить очень сложно после такого интервью, потому что я представил уже и плов, и мясо, стейк. Спасибо огромное. Мы желаем вам найти партнеров, которые помогут ваш продукт донести до конечного пользователя, потому что я уже желаю жарить, добавлять во все свои блюда, потому что выглядит это потрясающе. Спасибо вам огромное. Желаю удачи. Спасибо.